Великая Отечественная война. Все меньше осталось свидетелей и участников самого трагического периода в истории нашей страны. Но память к ушедшим и ныне живущим воинам остается неизменной. В поселке Ильске живет самый старший ветеран Великой Отечественной войны Северского района Михаил Трофимович Некрыш, старший сержант разведки. Будущий фронтовик родился на Кубани в 1922 году. В армию был призван в Ленинграде еще до войны. В начале службы получил тяжелое ранение. После выздоровления закончил школу младшего командного состава, был разведчиком, прошел всю Польшу, участвовал во взятии Варшавы и Берлина, оставил надпись на здании Рейхстага. Михаил Трофимович награжден медалью за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, орденом Отечественной войны второй степени. Самым запоминающимся и опасным моментом на фронте ветеран называет форсирование реки Висла в 1944 году. После войны трудился в нефтяной промышленности. Михаил Трофимович Некрыш занесен в Ильскую книгу почета.